Два основных направления развития YouTube-канала. Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через YouTube, основатель агентства YouTubiz. В этом ролике мы с вами разберем два основных направления развития YouTube-канала. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные ролики. И самые быстрые уже сейчас могут забрать пошаговый план в правом верхнем углу, если ответите на 7 вопросов. Ну а мы с вами давайте разбираться про две стратегии продвижения на YouTube. Часто ко мне обращаются предприниматели, которые хотят одновременно получить и много подписчиков на канал, и много клиентов, и хотят и быстрее, и сразу. Но на самом деле не во всех сферах бизнеса можно получить много подписчиков. Бывает, что тематика или ниша ограничена. Но клиентов получить через YouTube, даже если у вас будет 3 или 5 тысяч подписчиков, абсолютно реально. Поэтому, прежде чем начинать канал, вы определитесь, чего вы хотите, много подписчиков или много клиентов. Потому как при первой стратегии, когда нужно много подписчиков, это скорее блогерство, это какие-то развлекательные видео, юмористические, да, то есть здесь я вам точно не помогу. А если нужно много клиентов, это как раз то, на чем я специализируюсь и то, чем мы занимаемся через мое агентство YouTube маркетинга, то есть мы с вами создаем стратегию, создаем контент-план, начинаем записывать полезные видео, это могут быть какие-то лайфхаки, инструкции, видеообзоры, информация о вашей компании, как вы работаете, почему стоит обращаться именно к вам, преимущества и так далее. То есть люди начинают следить за такими видеороликами, возможно, чему-то обучаться, если у вас обучающий контент, и они становятся более прогретыми и более готовыми обсуждать сотрудничество с вами. А некоторые, просмотрев ваши видео на канале, уже просто приходят готовые купить. То есть вот чем отличаются эти две стратегии. Поэтому никогда не гонитесь за количеством подписчиков, потому что не факт, что они будут качественными и могут принести в ваш бизнес доходы. На этом у меня все, то, что я хотела вам рассказать про эти две основные стратегии. Если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, забирайте бесплатно прямо сейчас пошаговый план продвижения вашего бизнеса, ссылка есть на экране, и смотрите другие ролики. С вами была Юлия Измайлова, пока! Thank you.